девчули и мальчули, всем большие приветули. Это небольшое такое вступление перед дальнейшими влогами. Отстаю по полной программе. То есть 6 августа, а у меня не выложены видео с Анапы еще от 20 там какого-то. Отстаю, понимаю, но ничего не могу поделать. Времени вот ну вообще не хватает. Тут приехали пока с моря, пока туда-сюда. Приехали на дачу, приехали дети. Нужно было уделить внимание им, потому что они у нас в полном составе очень редко. А крайние разы появляются на даче. Вот сегодня Денис уже уехал на работу, Алинка с Дашулькой осталась. Дашу положили спать, Алинка занимается там своими делами. Вот мы немножко с Игорёшкой пошуршали по огороду. И вот я пришла с вкусным марципаном попить кофе, пообщаться с вами и подумать, как же лучше сделать. Либо мне продолжить видео анапские, либо сейчас уже выкладывать дачные видео. Хотя, собственно говоря, выкладывать нечего. У меня эти дачные видео какие-то кулинарные получаются. Жара 32 градуса вот сегодня, 34, наверное, уже, потому что обещали сегодня 34 градуса. Я очень тяжело такую жару переношу без водоема. Вот, если мы вчера немножко там поболтыхались с Алинкой, и пополивались из шланга, поболтыхались в Дашином бассейне, сегодня Игорёшка заменил воду, сейчас она греется, сейчас Даша проснется, тоже пойдет купаться, а мы будем обливаться. Только так спасаемся, потому что невозможно. Вот, поэтому у меня дилемма, я не знаю, что мне делать. То ли мне сейчас продолжить выкладывать видео с Анапы, то ли уже начать выкладывать дачные, коли мы на даче. Я даже не знаю, как быть, поэтому вот какое сейчас решение приму, наверное, оно будет самое правильное. Скорее всего, сейчас разобью отдых с моря, влоги с моря дачным видео. Вот. Какой-нибудь, я не знаю, но мне, наверное, тоже большое получится. С какого числа мы тут? С 3 числа. Вот, ну уж как получится. Потому что отстаю. Не знаю, у меня нет времени. Казалось бы, да, вот что я делаю? Вот тут нет времени вообще. Не знаю. Вот, поэтому сейчас как получится. Всем большой-большой привет. 1 августа. День недели. Понедельник? Нет. Вторник, и мы уже дома отмечаем наш с Люсенькой приезд. Сейчас покажу, в какой компании. В какой компании, Игорёшенька? Нормально. Да, у нас тут такой, видите, стол экспромт. Мы быстро сделали заказ. Люсенька. Всем привет. Лёх, ты поросятам дал? Короче говоря, время начала 9, у нас ужин. И все, кто с нами, приятного аппетита. У нас тут коньячок. Вот такая вот штучка. Игорёшенька, у тебя, как всегда, водка, да? У нас разносторонняя. Игорёшенька, тебе сейчас тост вещать. В лёгкую. Да? А я сейчас напьюсь. Я ж коньяк пью. Я... Будешь буянить? Буду буянить. У меня теперь домик есть. Домик. Заказали, в общем, собу. Кто с чем? Игорёшка у него, как всегда, с морепродуктами. У нас с Люсенькой соба с говядиной, у Лёшки соба с свининой. Вот, ну, я имею в виду, да, тяхан. Там рис или там рис. Макарон? Там рис. А. Рис. Рис мой сладкий. Девочки, с приездом. Мы очень рады вас видеть. Мы вас дождались. Вот, рады, что вы отдохнули хорошо. Вот, что вам понравилось, я, честно говоря, не ожидал, что вам понравится, но слава богу. Это вас? Ура! Ура! Привет. Спасибо, родной. Спасибо. Девчули, красотули, всем привет. Всем отличного настроения. 2 августа. День недели не помню. Да, ну только давай сначала вот это. Среда, среда. Кто причастен к празднику ВДВ, всех с праздником, а к нам пришла, смотрите, доча с внучей. Она соскучилась, Дашулька, по новым игрушкам у нас. В общем, начинаем череду новых логов, теперь уже дачных. Но на дачу поедем завтра. Дашенька, помаши ручкой, Даш. Даш, помаши ручкой, Даш. Вот, моя девочка в гости к бабушке с дедушкой пришла. Дашуль, красотуля. Папа, какой ты делаешь классный. Что у тебя? Доча.
Денечку ждем, сейчас еще зять приедет, Денечка, на ужин. Игорюшка перчики сделал, пойдемте вам покажу. Перчики, перчики фаршированные. Ай, горячо, перчики. Ай-яй-яй, это для нас. Алинка у нас не ест в соусе. Для Дашульки и Алинки вот такие. Так, а еще знаете, что я вам хотела показать, девчули? Завтра едем на дачу, подготовились. Так, ну это понятно, к пивасику. Смотрите, что мы с Игорюшкой еще купили. Точнее, Игорюшка купил. Вот такое блюдо. Классное. Сейчас не могу вытащить, не могу. Получилось. Вот. Для плова, для мяса, для всего. Это такая сковородка. Игорюшенька, а как называется вот эта сковородка? Садж. 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 Завтра мы вам ее распакуем, покажем. Тут тоже можно готовить, в общем, жарить, парить. И для Дашульки дед, смотрите, прикупил вот такой вот бассейн. Тоже завтра распечатаем, надуем, покажем. Дашульке развлечения, так как мы Дашулю забираем. Дети только на выходные. Вот. Дети только на выходные, ну а мы на подольше. Кстати, обязательно возьмем домашнее вино, которое мы купили в Анапе, гранатовое, ежевичное, и Изабеллу, и Чурчхеллу. Я, кстати, вам и не показала ее. Сейчас покажу. Так, вот это вино, гранат, Изабелла и ежевичная чара Дионисия. Мы с Люсенькой пробовали такое, но я сейчас с ней созванивалась, она уже ездила к сестре в гости, пробовала гранатовое. Говорит, обалденно, не вяжет, легко пьется, легонькое, приятное. Дашулька там поет. И девчонки Чурчхелла с цельным грецким орехом. И разные заливки. Виноград, гранат. В общем, да, обалденно вкусное, я уверена. Вот. Ну, а что оттуда еще привезешь? Вино и Чурчхеллу. Привет. Мы собираемся ужинать. Дети на ужин пришли. Дождались Дениса. С Алинкой будем пробовать Изабеллу сегодня. Кстати, Денис, а ты Чурчхеллу ешь? Не? Я привезла. Сладкое с чаем. Будет вкусно. Алина! Горюшка накладывает перчики вкусные, вкусные. И все, кто с нами, как всегда, мы говорим приятного аппетита. Девчули-красотули, всем большой привет. Сегодня у нас уже 3 августа, четверг. И мы собрались, вот что Игорюшка пошел второй раз за сумками. Собрались, едем на дачу. Время у нас. Время потока не верит, да, что наступит понедельник, мы в субботу с воскресеньем проведем свои души. Я не знаю, до сколько мы доедем, сегодня вроде бы не пробок, влияет на свободу, здесь любое время года, это праздник для души. Так что сейчас морские боги сменятся дачными, наверное. А может быть, будут чередовать. Посмотрим, как получится. Запотевает спорт. Набрали вина. Чурчхеллу только не стала брать. Оставила, положила ее в морозилку. Сказали, можно так хранить. Ну вот, сейчас что? Сейчас по магазинам такое, что куплено сегодня. А уже основательно по магазинам уже поедем. Берем вас с собой. Поехали. У нас у меня у Люсенька уже на работу, по идее, сегодня вышла. У меня это вот до конца августа. Я продолжаю отдыхать, правда, лень. Вообще ничего не хочу делать на даче. Просто купаться, загорать, отдыхать. Так, вас подводим на своя. В Анапе. Ну, в общем, поехали. Мы начинаем череду новых дачных. Оставайся. Да. Девчули, время 6, мы были уже в Воскресенске. Сейчас уже 7:30, мы проваландались в Пятерочке. Полчаса. Вот. Все, едем на дачу. Прям уже едем. Прям даже как-то... О! Мы попали, переезд. Блин. Ну ладно, подождем. Дорогая редакция вас всех приветствует. Категорически. Кажись.
Мы думали, он бесконечный, этот поезд. Поехали. По бездорожью, да, Игорюша? Да, да, да. А дети где-то сзади нас едут. Они попозже выехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Сзади нас сейчас приезжаем, а они стоят. А они уже, да, они стоят. А что такое может быть? Не, ну я когда была в магазине, я же отписалась в наш женсовет, они еще это... Там мама спрашивает, вы вместе? Я говорю, нет. Чувствуется четверг вечер, да? Бутылка у меня плохая, да? Интересно, это был наш единственный переезд, или мы сейчас еще постоим? У нас по дороге в Асанте три переезда. Три. А было такое, что мы на каждый попадали, Игорёш? Нет. Не было? На два попадали. На два попадали, точно. Самолет прям летит. Второй переезд наш. Ладно, девчули, красотули, увидимся на даче. Все, девчули, мы на даче. Мы приехали. У меня тут такая красота. Я вам потом покажу. Да, Игорешка, да сейчас, если я туда пойду, я сейчас это, и малины, и меня интересуют мои розы, розы, розы. Но вроде бы ничего, розы, лилии еще цветут. Девчонки, я вам все покажу, сейчас немножко разгребемся. Цинии, боялась, что цинии не будут, а? Красота, мы на даче. Все, у нас, как всегда, разбор полетов, сейчас ждем детей. Или сегодня сниму, или уже завтра утром вам все поснимаю. Конечно, здесь травы по пояс, вот. Но я думаю, что вы все увидите. Увидимся. Аромат какой! Девчат, смотрите, дети буквально приехали за нами. Мы не успели разгребать. Даша, помаши ручкой. Мы не успели разобраться, и дети тут как тут. Смотрите, чемоданы это какие. Дашин. Это Дашин. Ага. Это Господи, как... они как будто бы на Колыму. Мать честная. Дашуля. Офигеть. Вам консьержка сегодня ничего в полет не сказала? Я сказала, вы в отпуске. Я говорю, ну да, небольшой. Смотрите, девочки. Девчули, у нас все очень весело под вечер. Сейчас покажу вам, что делает Дениска. Дед купил Дашуле бассейн, смотрите какой. Вот они надувают. Да, не маленький он, Игорёш. Даш, будешь плавать? Свет уже включили. Горюшка разжигает мангал. Виктория Николаевна, привет! Сейчас покажу вам. Вот, Садж. Большая она, да? Ну, тебе самому нравится? В общем, вот так вот у нас тут начинается веселуха. Потом все это заливается водичкой. Вот тут есть шарики, которые кидать в это колечко. Даш, подожди, папа еще не сделал, Даш. Ну, в общем, я вам покажу, как все будет готово. Целая история, девчонки, целая история. Девчули, потихоньку собираем на стол, но я хочу этот момент показать вам, заснять. Вот, какое замечательное блюдо.
Игорёш, удобно? А чё колбаски такие незажаристые? Их надо побольше. Можно? Первый блинков. Да? Да. Не, ну можем подержать. Подержи, пожалуйста. Они прям зажаристые. Они когда на решетке, они прям аж хрустят. Зажаристые, зажаристые. Ладно, у чевапчичи нормально это. А ты все пожарил колбаски? Да. Так, ну что, мы уже потихоньку собираемся. У нас сегодня, опять же говорю, стол экспромтом. Все очень быстро. Салат-малат будет завтра. Видите, я поменяюсь местами. Чевапчичи, купаты, сердечки, овощи. Что у нас тут? Оливки. Оливки. Морские гадики, шпроты даже, господи, сыр. Да. Девчонки, вот все, что... Вино. Шопы. Домашнее вино. Домашнее. И тряпка, блин. Самого... Так, все, мы садимся. Дорогая редакция передает всем дачникам, удачникам. Смотрите, там свеча. Большой приветос. Ты на фоне колонки так классно смотришь. Игорёша? Игорёш? Игорёш? Жарно работает. Помашите, пожалуйста, ручкой. Если здоровья у меня хватит, еще попробую отработать. Вот эти я дорогие, в травах. Да, а я займусь своими зубами, зрители, пока у меня есть возможность такая. Экстренные новости. Не, сухом надо. Сегодня за столом у нас даже не ходили. Всем самого доброго утра. Сегодня у нас какое число-то? Число. 4 августа. Пятница. И смотрите, у нас уже Дарюша принимает водные процедуры. Водно-воздушные, водно-солнечные. Даш, привет! Ты что, плаваешь, Даш? Даш! Да, она вообще не слышит никого. Все, она занята. Дашуля! Даш, тебе нравится море? В общем, девочки, у нас сегодня позднее утро. Я готовлю завтрак, пока Дашуля у нас водно-солнечные принимает ванны. Девчули, смотрите, какая красота тут. А где малина? Мы с Дашенькой идем за малинкой, пойдем. Красота, правда, заросло все. Потом вам поподробнее все расскажу, покажу. Но, как всегда, сейчас, Дашуль, меня радуют вот эти мои клумбы. Мой огонь. Мой огонь, гордость моя, мои цинии. А где мои? Вот они, вот какая красота. Ну, вообще. А где мои? А мы с Дашенькой за малинкой идем. Пойдем, Дашенька, покажу. Вон там малинка. Девчонки, малины. Смотри, ягодок сколько. Смотрите, девчонки, сколько у нас тут аж кустик. Ой, ой, какая. Подожди, подожди, я тебе сейчас покажу, Дашулька, какие рвать. Малины, короче, девчонки, смотрите, сейчас будем оббирать. Смотрите, сколько малины. Ой, красотень какая. Малинку складывай, Дашуль. Вот. Давай, собирай. Вот, молодец. Складывай, Дашуль. Так, вон еще. Вот. Давай, вот так аккуратненько снимай. Так, а вот еще, Дашуленька, вот. Угу. Так, давай посмотрим, где здесь еще. Девчули, яблонька. Яблонька что-то, конечно, без моего тут присмотра совсем вся никакая. Но яблочко, вот оно, есть. Яблочко есть. Ну, раз здесь мы с вами находимся, покажу вам хосты сразу. Тут вот, смотрите, ежевика. Ой, ежевика вообще. Тут какие заросли. Турецкую гвоздику не видно. Зато ежевика повсюду, повсюду. И тут. Так, ну, хосты, что-то эти не очень, их, наверное, слизни едят. Цветут уже по пятому разу. Черешенка. Так, да, 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 Дашенька, смотрите, это вот малина, это Машина. Нормально она себя чувствует, растет. Так, что здесь еще? Вот лилии цветут. Отцветают. Ой, красотень какая. Ой, Дашенька нюхает цветочки, да? Ой, пахнет. Давай бабушка сфотографирует. Так. А это красотень-то мои цинии.
Переживала, что без сыней буду. Дашулька, на, отнеси маме ягодки, не бойся. Нет, я боюсь. Не бойся. Дашулька, Дашульку кусала оса. Она у нас теперь боится всех мух, жуков. Так, не помню, как называется вот эта штука. В общем, ее не видно. Надо от травы все освобождать нам тут. Так, здесь бархотки. Ой, роз моих совсем не видно, девчонки. Роз моих не видно. А лилии... Даш, подержи просто, подержи. Покажу девочкам. А лилии, смотрите. Какие. Аккуратно смотри. О, этот календула вовсю цветет. Бархотки. А это вот розочка. Это Анна Карина, которая набирает, кстати, бутоны. Она еще будет, мне кажется, цвести. А эта розочка, все, вот она отцвела. Ой, бутончик надо срезать. Да, растишкам без хозяйки было грустно. Не, ну вот эта клумба, это что-то. Дашуль, давай бабушке чашку. Давай. Малинки насобирали. Давай яблочки собираем. Так, что тут у нас? Лилейники, ежевика. Лилейники, ежевика, гортензия. Гортензия что-то слабовато. То ли еще рановато как бы, но слабенько пока себя ведет. Так, хвойнички, наши хвойнички. Сейчас, Дашуленька. В общем, все в траве, девчонки, надо. А вот это все-таки вот в Анапе видела такую растишку. Все-таки, мне кажется, это самшит. Очень похоже. В общем, тоже все в траве. Будем разбирать. В огород с вами еще не ходила. Пойдем покажем наши георгины. Бассейн упал. Георгины тоже вон с бутонами. Сколько здесь бутонов? Сколько здесь бутонов еще? Они будут до самых-самых-самых заморозков цвести. Георгины. Так, розочка. Розочку перед отъездом я обрезала. Дашенька, нельзя туда лезть. Но она, вы знаете что, она еще нас порадует. Я ее подкормить хочу. Она вот начинает тут. Видите, бутончики завязываются. Поэтому она нас еще порадует. Вот, пора кормить ее. Вот, смотрите, будут бутончики еще. Так что розочка еще нас порадует. Смотрите, здесь прямо вовсю завязываются уже. Так что все-таки, наверное, правильно я ее обрезала. И вот новый кустик растет, смотрите. Новый молоденький кустик. И вот. Поэтому, слава богу. Дашулька, ты только эту розочку не трогай, она колючая. Вот видите, бутончики начинают бутонироваться. Ой, это так радует. Ура, ура, ура. Розочка. Так, ну и здесь тоже вот георгинчики. Георгинчики растут. Прям тоже бутонов столько. Мята, мята тоже хорошо себя чувствует. Я бы даже сказала, очень. Единственное, у нас вот что-то не получилось сохранить петунии. Не знаю почему. Ну ладно. Эти кашпо оставлю. Кашпо оставлю. На следующий год что-нибудь посадим. И вот мятка такая прям разрослась, перечная мятка. Тоже такая ароматная-ароматная. Вот ежевика, все, не пережила пересадку, но я думаю, что на следующий год она может в этом же месте пустить корешочки, так что мы пока не будем ее тоже трогать. Я знаю, как можно. Посмотрите сделать на это чудо природы. Даш, вылазить будем? Я божество фиолетовый. И не можем ее никак забрать. Даш, кидай шарики в динозаврика. Я божество фиолетовых мечей. Даш, помаши ручкой бабушке Гале. Так, девчонки, были мы в цветниках с вами. Я вас еще не водила по огороду. Косить будем тут травы, как вы видите, вообще по колено. Косить будем, когда проводим детей. Сейчас не до этого. Ой, ну здесь у меня как-то все очень грустно, потому что все заросло. Все мои вон хосточки, все в травке муравки. Вот, но хотя бы растут. Чеснок бедный, его надо копать, а он у нас все там сидит. Ну ладно, уже теперь что будет. Сюда хочу дайкон посадить, чеснок.
Любисток, лук. Лук тоже уже надо выдергивать. Кабачки, девчонки. Вика говорит, срывала, а они все равно, смотрите. И там он еще молоденький. Вот какой пузатый, огромный. Его все надо срывать. Так, сейчас посмотрю, что здесь. Здесь тоже вот беленькие. Смотрите, какие огромные. Вот, вот пузатый. Кабачков вообще это с трех семечек, девчонки. Смотрите, с трех семечек сколько кабачков. Больше и не надо. Это даже много. Такие огромные. Вон там еще ползет. И вот маленький. Маленький. Вон он. Вон он. Вон он. Короче, короче, дело к ночи. И здесь тоже, посмотрите, все в кабачках. Что с ними делать? Дети уедут с собой, дам. Вон тоже все в кабачках. Обалдеть. Так. Это укроп, который сажала под траву. Ну, что-то вот тут вот можно срывать еще на зелень. Вот сегодня сорву. А это буду малосолить огурчики, зонтики. Так, свекла. Свеклу нужно всю выдергивать. Она уже вся готовенькая. Сейчас мы с вами даже в этом убедимся. Смотрите, девчонки. Во. Все, ее нужно всю выдергивать. Сейчас дети поедут. Тоже им отдам. Вот, посмотрите. О, красотки. И, в общем, ее уже всю нужно доставать. Ой, смотрите, какая вот огромная сидит. Вот она. В общем, покажу потом, что собрала со свеклы. А это вот укроп, который я сажала и думала, не взойдет. Нет, тоже вот на зеленушечку, на еду сейчас. Вообще здорово. Такой хорошенький. Это, кстати, старые семена были. Думала, не взойдет. Взошел. Морковка. Морковку даже не знаю, девчонки, что тут с морковкой. Ни одну не дергала, но мне кажется, еще и рановато. Ботвы много. Вот она какая. Вот. Ну и что? И, пожалуй, все с огородом. И скаты у меня пустые. Что я буду туда сажать, не знаю. Здесь был салат, вы помните? Знатный был салат. Вот. Да, 2 недели, 3 получается даже. Скучали без меня мои растишки, поэтому это дает о себе знать. Ну, ну а что делать? А что делать? Свекла прям молодец. Я думала... Вот она какая огромная. Как же мне ее вытянуть-то? Ее не вытяну, наверное. Ой, попробую. О, смотрите. Смотрите, какая красотень. О. Ну. С урожаем свеклы мы в этом году. Сорт хороший был. Дашулька вопит, мы ее не пускаем в бассейн. Только оттуда ее... вытащили. Так, ну все, какие планы, девчонки, выходные, вот вообще, что касается участка, и косить будем после того, как ребят проводим, потому что Деня наконец-то в кои-то веки выбрался, ну, короче говоря, выходные у него, поэтому посвятим им время. Сейчас Игорюшка маринует мясо, сейчас буду делать салатик такой наш любимый фасолевый. Короче говоря, заброшена дача, вот в воскресенье они уедут, Дашу оставляют нам, и мы потихонечку уже будем заниматься делами. Вот. Ну а что? Так сложилось. Ничего не поделаешь. Вот. Ну и какой фронт работы? Здесь всегда работы валом. Первое, что с огородом надо разрешить вопросы, то есть выкопать чеснок, свеклу, там кабачки, какие есть, обработать это все. Ну что тебе больно, Дашуленька? Жук укусил. Сейчас я его поймаю. Вот. Ну и, соответственно, подкормка цветов, растишек. Показывала вам сегодня уже розочку. Розочка набирает бутончики. Ладно, пойду разберусь я, что там. Ой, а что же вы динозаврика-то уронили, Никитосик? Чего? Динозаврика уронили? Ой, так. Дашуль, кто тебя укусил? Расскажи девочкам. Оса в ножки залетела. Ух, она оса такая. Ладно, девочки, буду разбираться тут с осой. Урожай свеклы.
И хочу сказать, что до этого мы уже собирали свеклу 2 раза. Вот, вот смотрите, свекла вообще отличная. И кабачочки. Там еще их полно, вот собрала, какие уже прям все, уже не могут сидеть. Красотень. Да и только. Всем самого доброго вечера. Пятница, 4 августа. И мы потихонечку уже начали собирать на стол. Даша от моря не отходит от своего. Сейчас покажу, что делает Игорёшка. Мы все тестируем. Тестируем нашу новую сковородку, которая называется Садж. Садж, правильно? Анапские москвачи, приезжайте. Анапские москвачи? Да, зови-зови их всех сюда. И шашлычок подходит. Сейчас, тут у нас уже, смотрите, креветочки. Сейчас салатик принесу, овощи, Дашулькина колбаска, сейчас винчик принесу. Так, у нас тут такие песенки играют замечательно, и показываю наш стол. Так, это свечка от комаров. Ой, ты в свой стол. Шашлык. Салатик. Ну и все остальное я вам уже показывала. Всем, кто с нами, приятного аппетита. Давай. Наконец-то собрались всей семьей своей. Большой. Помашите сюда, пожалуйста, ручкой. Даша, Маша. Сидим, ужинаем. У нас все вкусно. Приезжайте.